Четверка прибыла. Идет центр города. Но мы только что были в Праге. И хотим пойти мимо бани. И та, которая по Зое Космодемьянская. Спускаемся к универмагу. Дай я снимаю, чтобы меня было видно. А тебя и нету тут. Ну да. Ну как я мог? Ты со мной поравнялся, меня уже нет. Ну я же вот так вот держал. Ты не надоело троллейбусы сниму? Или ты на каждой остановке будешь снимать, как он будет подъезжать? Ну что, разве это плохо? Не знаю. Может быть, достаточно несколько троллейбусов, да и все. Или ты прям каждый хочешь троллейбус, который вообще у нас работает. Типа, ну естественно, номера. Естественно. А потом... Ты тогда наблюдаешь, чтобы ты не снял один и тот же. Ну а вдруг кому-то понравится? Да, вот это хай-тек. Ага, кладбище снимай. Извините. Кладбище в стиле хай-тек, да. Ну, ну, так. Класс. Давайте пройдемте, вот там у нас есть по Петровскому домик. А... О, вот бывшая голубая устрица в Бендерах. Об этом я когда-то говорил. Я когда-то получше побыл. Тут было несколько просто баров. И один из них был голубая устрица. Назывался немножко по-другому, но смысл вы поняли. Кто смотрел полицейскую академию? Извините, но у нас такой юмор. Ну серьезно была такая? Я помню, помню. Прикольно было, да, тогда. Прикольно было для геев. Если уже совсем не поняли. Для совсем туго догоняемых объяснил уже доходчиво. Так. О, а тут можно еще зайти. Дверь открыта. Может, кадетам пойдем, пусть они нас это... Может, зайти внутри поснимать, туда можно заходить. Я знаю. Ну, вроде бы. Конечно. Ну, вроде бы нельзя. Так. А куда ты идешь? Ты хотел к кадетам. Ну, если... А не, чтобы они меня там побили, не надо. Так, давай расскажем, тут когда-то жевательные резинки бабушки продавали. А, я здесь дал пару жвачек Mortal Kombat. Здесь под стенкой магазина бабушки стояли. Да, идем. Вот так вот, там просто освещается улица, это и дом попит. Не надо знать. Вот кто-то не хочет идти по этой улице. Не, я хочу, почему не хочу, ну... Потому что ты идешь по другому. Опа. Вот так же ж мы можем это, свернуть и баню показать. Ой, боже, тут какие-то заросли, такое ощущение, что тут... Я не понял, куда мы забрели? Туда, где мы раньше ходили, только раньше тут так не было. Опа. Вот это крутяк. Удивительно. Это мне все напоминает это, знаете. А, на планету чужих попали. Да. Там где вот эти хреновины растут, которыми можно заразить. И через тебя потом будет чужой молодец. Типа матка чужих. Опа! Ну наконец-то. Хоть очистили лестницу, что нормально, тот же магазин сюда. Тебя подтолкнуть? Нет уж, не надо меня подталкивать. Подталкивай сам себя. Так. Пойдем. Я подтолкнул сам себя с тобой. Ну я вижу, как ты меня подталкивал. Очень прекрасно видел. Ой, блин. Так, а вот она, баня. А, ой, да ладно. О, подам. У вас телефончиков нет, вы что-то уже купили. Опа. Так.
Так. Хорошо, что у меня есть с собой калькулятор, чтобы мозги не напрягать. А-а-а. Подлиннеечку уже. Сколько они тебе дали, интересно? Рубль 45. Рубль 45? Можно полхлеба купить. Не, еще добавить и купить этот. Фирменный батон. Столько же добавить. Ну, не столько же, чуть-чуть меньше. Он 2,70 стоит. Вот тут и темень, ядрен батон. Боном налево пойти. Опа! Здесь как раз за этим забором я и потерял свою вертушку, да. Опа, пацаны, ну тут вообще гололед. Я буду сесть на задницу и покататься. Обалдеть, можно. Да, можешь сесть на задницу и покататься. Да вы чё? Нормально. Не, я в такие игры не играю. Да, под ёлочкой скакал. Копчик боится, повреди. Знаешь, что такое копчик? Да нормально, что такое копчик. Ты можешь... Ты будешь такое удовольствие получать, когда он будет заживать. Ты можешь никогда не встать потом. Да нормально все. Будешь кататься все время на жук. Да. Да. Будешь потом с уткой жить, всю жизнь. И кататься на жуке. Угу. Да. Надо мне такие эти. А прикольно что? Что прикольного? Вот если тебе вот на эту хотя не упасть, вот тогда ты реально не встанешь. Так вот, головой вниз и долбануться от этой штукой, блин, верхним позвоночником. Вот туда-то, да, сюда, туда. А на копчик надо бы бахнуться со второго этажа, чтобы не встать. А то мы прикалываемся и шутим, а он, как только я начинаю прикалываться, блядь, сразу все всерьез воспринимает. Совсем уже белины объелся этот Вася виновный. Вот, видите, до чего доходит. Ну так сам до этого доходит. Кстати, я все хотел спросить, мы вообще верным путем идем? А что ты начинаешь гнать, а? Я не знаю, я последний раз ходил сюда, это было летом, когда я снимал. Да, можно подумать, тут забот поставили, начинаешь тут. Конечно, верным. Не, дело в том, что я ходил тут последний раз. Ой, блин, пипец, опять начинаю. Сейчас скажу, когда. Летом было, в прошлом или в этом. Да, и за год тут поставили забор, и нельзя проходить по этой улице. Вот сказану. Ну, мало кто. Может, тут поставили эти... Ну, лежачих полицейских таких. И что дальше? Переступить их не сможешь или что? Лежачих полицейских. Это не они? Сейчас будешь копчиком кататься. Это не они? Копчиком будешь кататься. О, бежит. Как твои тиколы, так нормально. Как мои, так нет, да? Да ладно, все нормально. Да ладно. Пипец. Ага, еще говоришь, что он черный юмор, блядь, любит. Так он любит его аж некуда. Так. Давай, все-таки мы тут как-то начали говорить о... так называемых, ой, как этот фильм назывался? Зубастики 5. Ну чё ты, чё ты? Чё ты? Опа, опа, сейчас что-то будет. Сейчас кто-то поедет на копчике. О, это нормально. Или копчик побежит за ним. Ой, ещё лучше. А видите, как... типа, мой копчик, где он? Где мой копчик? А ну иди сюда. Залезь на место. Не хочу, я хочу свободы. Мне надоело тебя подчинять, сказал копчик. Во, какие мудрые слова. Фу. Ну вот это я понимаю. Это... Что-то я встать хочу. А ты, может, и спать еще хочешь? И не только спать.
Ну, он хочет и ссать, и слать, да еще и спать. Интересно так получилось. Видно, он чего-то испугался. И чего я мог испугаться? Зубасиков. Которые попали в бендеры. Над нами ничего нет, вроде тело что-то. Давай посмотрим. Не, вроде бы нет. А такие сейчас такие подъёжика за нами. Ну такие уже, такие взрослые такие. Когда они встают на ноги, они где-то к нам по пояс будут. О, так он сразу одним глотком нас захватит. Не, от них хрен убежишь. Он может разогнаться и тебе, блин, пробить дырку. Прямо в груди, блин, насквозь. Так, вау! Ой, чувак, здоровый в груди. О, вы знаете, мы, наверное, сейчас вернем на Титова. И прям к нашей праве. Ты хочешь на Титова свернуть сразу налево и пойти под самого Титова? Или пойти сейчас прямо? Нет, я сейчас хочу свернуть на Титова. Титова. Налево. Да. Ну давай. Эту улицу я знаю. Часто здесь гулял, запомнил ненароком. Тут хочешь, не хочешь, запомнишь, если часто по одной и той же улице гуляешь. О, дом цыганского барона. Но он не освещается. Да. Специально для избранных. Освещается специально для избранных. Да. Так что нам... Мы специально не, для цыган. Мы не цыгане, поэтому... Нам не освещается. Это у собаки гриб. Ага. Кстати, впереди тоже будут цыгане. Реальные цыгане уже. С краю слева. Они еще занимаются ремонтом обуви. Не очень бы хотелось им отдавать ремонт мою обувь. Если я им отдам ремонт мою обувь, я им их и оставлю. Подожди. Потому что мало ли, что эти цыгане мне потом подкинут в эти ботинки или туфли. Опа. А я, теперь... Они сами себя испоганили репутацию, я им не доверяю. Все. А у тебя вопрос, а теперь у кого мне обувь? Ну, клеить. Ой, ты хочешь сказать, что обувь не монтируют только цыгане, сказануза. Не, ну по твоим словам. По моим словам, я цыганам не доверяю, буду ремонтировать только у нормальных мастеров. А это вроде только цыгане это обувь ремонтируют. Ну, тогда придется покупать новые ботинки. Ну или туфли. Чуть не раз еще вот этот переулочек был немножечко, ну, не такой длинный. А, нет, не кажется. Это просто кто-то облагородил свою новую землю. Забором. И теперь из-за этого забора кажется, что и переулок длиннее стал. С правой стороны заборчик. Раньше тут такого не было. Ого! Вот этот чувак купил всю территорию. Это чья-то чисто отдельно земля. Если забор одинаковый, это все принадлежит одному человеку. Вот это обалдеть. Тут походу купил кто-то две территории сразу один чувак. Вот повезло кому-то с деньгами. Ничего, скоро и на нашей улице будет указывать. Мы должны уступить дорогу. Ага, да. Другим пешеходам. Да. Другим таким же самым, которые ходят тоже. И так же снимают. Да. О, кстати, вот и кубок. Срочный ремонт обуви, да, конечно. А, не-не-не-не, спасибо. Извините, но... Начитают там на твоей обуви что-то, блин. И придешь домой, у тебя в квартире ничего уже нет. Одни пустые стены. Ну или болезнь какую-то нашли. Они на этом способны. Они, мне кажется, больше способны навредить, чем сделать что-то полезное. Ну, конечно, для себя, для своего народа они могут сделать что-то полезное. И то не всегда. А прикинь, они их не поймут. Свои же. Да. Типа скажут, да ну вас нафиг. Ага. И тут такой барон, кого нафиг? Да, я помню, по этой дороге ходил в школу, когда учился в интернате. А, слушай, а где пятнистый? Ага,
Да, ты сейчас о них вспомнишь, и они появятся. О, мальчики ушли тут. А это не они случайно? Не, не они. Это как их называют еще, бомбилы. Я не понял, пятнит ты на такси едет. Типа под прикрытием. О, точно. А вполне реально может быть, почему бы и нет. Кого-то ищут, например, наркоторговцев или там еще кого-то. Насильников, маньяков, убийц. Оружейных баронов. Еще кого могут искать? Ну, не знаю. Могут ли искать даже людей всех в одном лице, что их перечислят? Кто поодиночке может заниматься, а может заниматься все вместе. Вот. Коломбо! Коломбо! Не, я думаю, что это повезли какой-то вирус. Секретный материал, инопланетный вирус. А я думал, это Коломбо. Специально замаскировали под Бендера, чтобы меньше подозрений было. Это знаешь, как серия называется? Коломбо... А, Коломбо побыть. Учиться в Одессе. Грузовую машину. Очень интересно. Люблю такие машины. Вот и говоришь. А что такое? Маршрутка, наверное, что ли? Или автобус? Ладно, идем. А я в Прагу доходить не буду. Но я уже был в ней. Да, только с противоположной стороны. Угу. Винчик, не говори, что ты замерз уже. Да нет, но хотелось бы там немножко перебрать, то есть гадости. Ну что, хочу вас поблагодарить. На этом Кишневскую мы заканчиваем снимать. Да. Всем большое спасибо. Кому что-то особо не понравится, не обижайтесь. Сегодня была чисто такая дискуссия, да, с приколами. Такой, знаете, такой, ну как, ну... На фоне разных улиц. О, да. Во. Дискуссия с приколами на фоне разных улиц. И называется видео... Дискуссия с приколами на фоне разных улиц. В Бендера. Да, вот. Ну все вроде, все, давайте. Главная улица Кишиневская. Да. Все, пацаны, это последнее видео было вообще о Кишиневской. Всем пока. Пока. Итак, город Бендеры. Еще 19... Прошу прощения. 13 февраля 2017 год. 22 часа 53 минуты. Без 67 минут полночь. До свидания.